Здравствуйте, сегодня 21 августа, около 10 часов утра в Москве. Я всех приветствую. Вчера поздно вечером мы были в Лефортово и посетили Сергея Фургала. У него все неплохо, есть хорошие новости. Ему 19 числа почти весь день удалось проработать в Лефортово со своими адвокатами. Он очень рад этому, потому что до этого ему не удавалось так долго поработать с адвокатами. Поэтому вот в этом направлении все налаживается. Но что касается переписки, то здесь по-прежнему есть проблемы. Как я говорила в прошлый раз, около недели назад Сергей Фургал получил около 15 писем. Это были письма не от родственников, а вот просто жителей Хабаровска. И больше, кроме этих писем, ему ничего следователь не передал. То есть по-прежнему мы с вами видим, что идет своеобразное давление на Фургала из-за того, что ему просто не дают письма, которые приходят в его адрес. Он и сам нам сказал, что следствие оказывает на него давление. Это он повторил несколько раз. Что касается других новостей, у него все есть, вы не волнуйтесь, ничего присылать не надо, есть и вещи, и продукты, в этом отношении все нормально. Он настроен хорошо, чувствует себя нормально, говорит, что совсем справится и считает, что он проходит вот такое испытание в виде тюрьмы, но считает, что он его пройдет достойно и нормально. Он вообще сказал, что считает полезным для любого губернатора, прежде чем начать управлять краем или республикой, или субъектом федерации, пару месяцев посидеть в СИЗО, чтобы понять, что это такое, и на себе это ощутить все, так сказать, особенности этого процесса. Он передает всем большой привет, огромное спасибо за поддержку. В общем, не волнуйтесь, все неплохо.